Друзья, Карен Хачанов, Карен, я тебя поздравляю. Что ты с нами делаешь? Вот эти нервы в конце, зачем они? Ну, а как еще? Иначе неинтересно. Нет, нам и так интересно, когда ты выигрываешь. Легко выигрываешь. Да, так приходится вот это. Буду иметь в виду на следующем матче. Что сегодня было? Давай. Агут всегда непростой соперник, это понятно. Бегает классно. Понятно, наверное, не тот возраст, уже не десятка, но тем не менее. Первый матч всегда, да, сложен? Ну, опять же, не тот возраст. 7-5 в третьем сете. Я не знаю, это комплимент ему или о том, что я не очень играл. Но на самом деле, нет, против него, особенно в Испании, мы в том году играли здесь, вот, кстати, во втором круге или в третьем, не помню. В третьем с ним. И всегда тяжелый матч. То есть у нас каждый матч – это прям реально битва. То есть, опять же, я знаю, чего ожидать, но при этом, если он начинает играть на высоком уровне, то, опять же, тяжело что-либо сделать, тебе надо привыкать, надо стараться найти его слабые места и поехали по новой. То есть, опять же, для меня тоже это первый матч, он всегда непростой на каждом турнире начинать. Он играл квал, потом попал в основную сетку, выиграл матч. То есть он начинает турнир вообще в другом, так скажем, состоянии. Mm-hmm. Поэтому очень рад, на самом деле, после первого сета. Я считаю, что я повысил свой уровень и начал гораздо лучше играть, поэтому, в принципе, и выиграл. А я правильно понимаю, вот в самом концовке, когда ты сделал последний уже брейк, ты прям максимально себя завел и очень прям заставил агрессивно играть? Да, я завел, но при этом также я старался не смотреть как-то в бокс. То есть, не знаю, это какие-то такие моменты ты должен чувствовать, когда у тебя... Uh-huh. Нервы в плане эмоций, нервы, они как бы зашкаливают, ты смотришь бокс, мне кажется, это, не знаю, мне, по крайней мере, это еще больше начинает эмоционализировать. Да. То есть, поэтому я стараюсь как-то наоборот быть весь в себе, то есть сфокусированным, знаю, что надо делать. Ну, то есть, опять же, ты должен чувствовать вот эти моменты во время матча, когда, что тебе нужно, то есть нужно тебя завести, нужно успокоиться, то есть как-то так. То есть стараешься всегда искать баланс, чтобы быть в игре, быть в матче, не чтобы эмоции там плохие тебя не отвлекали, и ты четко знал, как бы, какой план действий. Мы совершенно не говорим на испанском. Ты на испанском прекрасен. О чем мы пообщались с Агутом сейчас у В принципе, примерно такие же вопросы, просто были на испанском. Он тебе задавал вопросы? С Агутом. Нет, с Баутистой. Ну, я думал, тебя интервью брал, что ли? Я думал про интервью, да. Не, с Агутом. Ну, он просто, не знаю, в этом матче что-то он начал там говорить про то, что зачем я тяну время, там, насчет, вот когда мы начали третий сет. То есть я ему просто пытался объяснить, что я не тяну время, но просто, опять же, линии, когда мокрые, проскальзывают, то есть можно реально подскользнуться, мячи могут проскальзывать, то есть, ну, просто спросил, нормально ему играть, и все. А он что-то завелся, начал, вот, там, тянешь время, давай играть. То есть я ему просто объяснил, что это было не какой-то ход конем, и там не пытаюсь там играть грязно, задерживать время, то есть он меня знает, я такие вещи не делаю, поэтому... Просто объяснил ему это все. А последний вопрос. Ну, я понимаю, вот дети сейчас вот эти прекрасные, ты всем будешь давать автографы, но все равно болели ты за Агута. Тебе как? Ну, понятное дело, он в Испании. То есть, опять же, мне кажется, мы с Андреем выиграли здесь пару в том году, и у нас здесь есть свои фанаты. Мы давно тренируемся в Испании, были там в Барселоне. Вот твои большие болельщики. А это вообще очень странные болельщики. Это ирландцы. С армянскими корнями. Да. Это какие-то болельщики Конора Макгрегора здесь приехали, я не знаю, там чистые ирландцы под пивом и вообще с хорошим настроением. Пойдешь да. к ним потом? Ну, подойду, наверное, да. Ну, то есть, я тебя перебил, прости, вы с Каренко, с Андреем выиграли пару. Да, ну, то есть, опять же, у нас, мне кажется, есть свои там также фанаты и там те, кто нас поддерживает, люди. Но, опять же, когда ты играешь дома против там местного игрока, наверное... Глупо ожидать что-то еще. То есть, ну, опять же, меня поддерживали, в принципе, достаточно нормально для этого матча. Бывало и хуже, так скажем. Серьезно? Да. Ну, с Киргизом и Юсопами. Там просто 3 человека, это моя команда, хлопали. Я такой, ну ладно, спасибо. Понял, будем играть так, значит. Карен, спасибо тебе большое. Отпускай тебя к детям и к ирландцам. Спасибо. С армянскими корнями.